Все, иди. Иди, мое золото. Иди. Иди, моя красавица, иди. Да? Иди. Не знаю, как будет видно, что. Ну, сейчас лопают. Все наши. Чего? Ну, такая диковатая, яркая. Ну, хорошая, тоже хорошая яркая. Одна у меня осталась. А вон Люся. И Люся, иди ко мне. А вон Люсиль, да. Сенаж активно, вон эти сранцы заладят, надо сейчас туда положить еще навильник сенажа. Сейчас покажу, как он выглядит. Ну, там уже остатки. Про сенаж говорил Женя много раз, то есть его надо сырым, то есть 50 на 50, в этот момент не прогадать, чуть-чуть провялилось, в этот ушел. Роса снова и закладываем. Вот этот вот сенаж. Во-первых, он сырой, такой коричневый. Его поедают очень-очень хорошо. Ладно, сейчас доснимаю, что. Может, выложу в один ролик. Так что смотрите дальше, что будет. На, иди, мой сладкий. На. Чего? Вот пузатая хорошая стоит. Мамка старая. Ну и старая, сколько ей лет? 5, наверное. И ягнята вон сзади ходит. Она уже пузатая. А ягненок сзади ходит. Все хочет. Молоко у них сосать. Ага, вот Люся. Вон та, вот. Тоже молодка. Полтора ей года пузатая. Скоро принесет. Вот ее на продажу. Вон стоит. Еще одна есть. Их 4 или 5 штук есть у меня. А это ходит, вот, первый выводок. С мамкой ходит. Тот второй мелковатый баранчик. Где-то здесь болтается. А это так и не отходит от нее. Вот баран показался. Такой слабоватый. То второй-то побольше, но ничего-то не выходит там. Ярко гоняет. Так. Пока тепло. Выйдут. Снежку поесть. Так. Как бы мне воду дать, а то сейчас все рванут. Есть пугливые, есть как бы ручные. Меньше стал с ними как бы проводить время, так что меньше мало-мало молодняка стало ручных. Да, Люся? Так что как-то... Такая у меня одна мамка линяет. Не очень, ее маленькой надо на откорм поставить. Не очень в таком состоянии бока провалит. Внутри ягненка у ней. Никого не пойму. Не пою, не подкармливаю. Молодец, такая мелковатая. Что-то хромает ее, видать. Погоняли бараны. Красавица моя, такая маленькая. Ручная вот. Вот ты мой золото. Ну ты мой золото такое, да? Ты такой мой красавец. Что у тебя там на лбу-то? Вон три хламона ее стоят. И вот моя мамка тоже. Старенькая, но дружелюбная. Это я 15 овец мамок купил. И она был первый окот у меня. Мама принесла одну или две, я не помню, и мамка у меня пропала, а вот остался после нее ягненок, и вот она у меня уже есть. Это с 13 года она окот. Это ей сейчас у нас получается 7 и 2, 9 лет будет скоро. Вот так чередую. Вот сейчас, если видно будет, сено дал, утром давал сенаж. Сейчас пойдем покажу сенаж, какой что. Не сохранилось у меня видео. Сейчас еще надо закинуть. Ты мое золото, не уходит ко мне. Такие бока у нее маленько проваленные есть.
Но это после окота уже сколько, месяц. Надо ее проколоть. Скорее всего. Потому что выйду до Нили. Это такая ярко на продажу. Я не помню, говорил. Снимаю уже на второй день. На третий. То есть объединю несколько видео. Да, просили меня снять, показать. Ну, если тогда они выходили на улицу, сейчас что-то не выходит. Холодновато. Сейчас у нас где-то, вот какая, мне нравится, за ухо трогаю. А вот мамка тоже добродушная. Да, чесать тебя тоже? Всех чесать надо. Всем чесать надо. Ты мой красавец. И тебя тоже чесать надо, да? А мелочь так хуже подходит. А все от мамки. Молодцы, подходит. Да, Люсильда, иди кушай сено. Сено середину выбрал. Самый смак в классе получается середина. Она там заворачивается сразу. И она очень качественная. Все листочки, все. Она тоже такая молоденькая. Выкормыш. Так, а сенаж хотел показать. У нас вчера плюс был, сейчас уже минус. 11-12 ночью до 20 передают. Ну вот так вот сенаж выглядит. Очень хорошо едят овцы. Бычки на нем стоят постоянно, а овец чередую. Так что как-то вот так.